Ранее в небесной легенде. Поднебесная опустошила, небожительница опустошила испорченный океан капусты. Свергла злую тиранию крестоцветных и восстановила мир. Снова на ходу. Несколько дней спустя лобби в отеле Сакуры. Тупица, давай займемся чем-нибудь другим. Последние несколько дней у нас была жареная капуста. Щи, голубцы. Меня тошнит от слова на букву К. Теперь у них новое меню. Сиси. Может быть, если что-то на твой вкус. Дай взглянуть. Капуста и жареный рис. Капуста и жаркое в горшочках. Капуста и ребрышки на пару. Капуста и лапша. Что происходит, Сакура? Просто сюда прислали слишком много капусты. Мы должны сделать его частью каждого блюда, чтобы они не пропали дома. Даже этого не хватает. Теперь мы раздаем бесплатные наборы капусты каждый день. Тем не менее, это займет недели. О, у меня было это. Небожительница, я больше не могу переваривать капусту. Это превращает меня в плавающую капусту. Бам. Разгром стола поражает каждого гостя. Рыжая мечница стоит в ярости. С губ стекает зеленая жидкость. Возмутительно, чем вы разбавили дух Маотай? А, монстр, держись подальше от меня. Тупица, иди спаси меня. Сиси, прекрати свою истерию. Что-то не так с ликером, леди? Посмотри на себя. Он болезненно... Посмотри сама. Он болезненно зеленый. Должны быть сногсшибательные капли. Я положу конец этому грязному делу. Здесь и сейчас. Роза, Лилия, что вы добавили в ликер? О, это была не твоя идея, Сакура? И я добавляла капусту в каждое блюдо, как сказала мне Сакура. Выдавить из капусты сок – большой труд. Вот что случилось. Это наша особенная смесь – Маотай – изумрудная фея. Но, Сакура, ее даже нет в нашем меню. Заткнись, Роза, идиотка. Изумрудная фея основана на опрятном Маотай. Но имеет множество преимуществ для здоровья. О, теперь, когда ты объяснила, я действительно начинаю чувствовать себя немного сильнее и здоровее. Хорошая вещь, налей мне еще чуть-чуть. Тупица, ты чего вдруг молчишь? Ты не думаешь о том, чтобы иметь некоторые...
Тупица, ты чего вдруг молчишь? Ты же не думаешь попробовать сама? Не так ли? Сиси, какие еще материалы нам нужны? Крепкая древесина для костной структуры. Но я не вижу здесь леса. Уважаемые гости, если вы ищете дрова, я знаю хорошее место. Мы будем глубоко признательны, если ты расскажешь нам. Я слышала, что к западу от деревни есть лес. Много хороших дров, туда идут все лесорубы. Мертвый лес? Уважаемые гости, пожалуйста, не обращайте на нее внимания. Это опасное место. Что ты имеешь в виду? В последнее время мертвые леса пронизаны проклятиями и ловушками. Там даже дядя серый змей заблудился. Сейчас он, наверное, труп. Там скрываются демоны, которые охотятся на прохожих и их души. И именно поэтому я здесь. Если это правда, у нас тем больше причин это выяснить. У тебя поистине благородное сердце. Я бы присоединилась к вам в этой доблестной миссии, но по уничтожению демонов вместе. Спасибо за помощь. Сиси, сейчас самое время. Где ты? Керамический кувшин в углу, кажется, немного покачивается. Небожительница лезет в банку и вытаскивает книгу Фукси. Нет, я не пойду в мертвые леса и не стану легкой закуской для демонов. Сиси, мы договорились о поиске древесины. Но... Тогда пошли. После того, как они уходят, из небольшой капустной горки торчит розовая и голубая голова. Лили, я слышала только что-то вроде мертвого леса и закуски. Остальное не разобрала. Роза, идиотка, они говорили, что в мертвом лесу полно сладких закусок. Ни в коем случае мы не пропустим их. Подождите, возьмите это. Что это? Выглядит совсем неаппетитно. Это карта мертвого леса. Красные точки – это ловушки. Следуйте за небожительницей и включайте ловушки за ее спиной. Это звучит подло. Небожительница крутая, и она купила нам конфет. Не беспокойтесь, это просто безобидная шутка. Ей это понравится. А сколько конфет она тебе дала? Я удвою это. Без шуток? Хорошо, это правильно. Впрочем, держи слово. Поздняя ночь в мертвом лесу. Здесь темно и жутко. Может, придем еще днем? Вернемся сюда днем, тупица. Ха, у тебя стынут ноги. Остынь, малышка. Ни один демон не устоит перед моим клинком. Я совсем не боюсь. Я сильная и могущественная. Тише, кажется, я что-то слышала.
И это определенно недружелюбно. Подняв струйку дыма, к ним мчатся две фигуры. Помогите, демоны появились. Спаси нас, небожительница. Девочки, Малтай, снова? Почему вы здесь? Где демон? Прямо за вами, мастер Сиси. Что? Сиси, отведи девушек Малтай в безопасное место. Мы с этими леди позаботимся об этом. Оказалось, что это просто какие-то обычные монстры. Эй, рыжая, держи пари. Держу пари, твой тупой клинок был не очень удобен в бою. Малышка, не умоляй мой... Не зли мой клинок. Я этого не сделала, я просто открываю вам глаза, тебе глаза на лучший способ убивать монстров. Даже не приближайся. Даже не приближаясь. Звучит неплохо. И все, что вам когда-либо понадобится, это детка. И все, что тебе когда-нибудь понадобится, это вот эта детка. С самодовольным лицом книга Фукси достает длинный предмет. Ферула накаливания продается всего за 200 серебряных монет. Луч, который он посылает, проникает даже в самую твердую сталь. Слишком дорого. Я передумала. Да ладно, просто взгляни на потрясающую подсветку и идеальную эргономическую рукоятку. Это оружие ручной работы и полностью адаптировано для элитных бойцов, такие как ты. Для полной зарядки аккумулятора требуется всего 15 минут, и ты можешь забыть о зарядке на следующие 300 лет. Это сделка века. Пропустишь это, и ты похоронишь себя в сожалениях до конца своей жизни. Вот, 200 серебряных монет. Заткнись и возьми мои деньги.
Ха, спасибо за покупку. Ха, вполне подходит. Похоже, я скоро стану бойцом номер один в мире. Не через 10 тысяч лет. Название это название принадлежит небожительнице. Си-си. Ведь небожительница. Си-си. Ничего не слышу. Тупица, ты честь защищать не собираешься. 10 сахарных пуговиц. Наступают. Чем могу быть полезна, леди небожительница? Си-си, если ты бросишь свой спор здесь и сейчас, я куплю тебе 10 сахарных орехов, когда мы вернемся в деревню. Да, конечно, рыжеволосая леди, вы лучшая из лучших, и я никогда не сомневалась в вашем мастерстве боевых искусств. Подожди, где девушки Маутай? Они были здесь минуту назад. Стреляй, может, их схватили монстры? Здесь маленькие следы. Может быть, следы приведут нас к ним? Молодец, рыжеволосая тупица, пошли. Через несколько минут ходьбы они оказываются в затерянном храме. Явно забытые на века. Храм выглядит руинами и зловещим. Табличка с именем, пожалуйста, единственное, что сохранилось. Храм Лан Руо можно разглядеть сквозь туман. Здесь заканчиваются следы. Девочки Маутай, где вы? Я нашла этот храм. Дай-ка посмотреть. Бутылка выглядит знакомо. А, это изумрудная фея из таверны Сакура. Свечи все еще горят. Значит, они должны быть поблизости. И следы заканчиваются у порога. Может быть, они были... забраны кем-то? Да ладно, кто бы потрудился их взять? Они шумные, непослушные и могут съесть тонну. Подожди, может быть, это монстры? Леди, у меня есть сомнения. Пожалуйста. Как мы можем идентифицировать демона, когда видим его? Из того, что я узнала, она дьявольски красива. И даже старший монах не может устоять перед ее искушением. Если мы столкнемся с такой подозрительной привлекательной женщиной в этой глуши, она должна быть демоном. И она довольно методична. Она всегда ласкает свою добычу и играет с ней, чтобы ослабить бдительность перед пиршеством. Спасибо за информацию. Си-си, ты устала? Я чувствую себя немного усталой после того, как ты упомянула об этом. Почему бы тебе не отдохнуть немного на мягкой кровати у окна?
Ого, это единственное место в храме, где можно прилечь. Ты такая милая, тупица, а я спать ложусь. Поднебесная небожительница точно знает, как обращаться с другом. Нет, это тактика. Из нас троих у Сиси самая нежная и сочная плоть. Лучший выбор для демона. Я слышал о тебе, ты используешь меня как приманку. Ты бессердечная тупица. Это просто уловка, чтобы повернуть ситуацию в нашу пользу. Не думай слишком много об этом, Сиси. Как бы то ни было, но ты обязательно должна защищать меня, когда придет демон, слышишь? Я не причиню тебе вреда. Уже полночь, и тьма продолжает сгущаться. Даже бдительная рыжеволосая дама начинает блуждать в стране грез. Небожительница единственная, кто не спит, размышляя об их самых причудливых встречах на пути. Монстры на утесе, которые действовали в унисон. Незнакомец, поручивший Ай-чан убить. Все совпадения. Все это совпадение? Порыв ветра проносится мимо и гасит свечи. Все в кромешной тьме, за исключением нежных звонков колокольчиков и успокаивающего аромата. Это долгая ночь. Не могли бы вы сказать мне, что заставило вас нахмуриться? Когда поток сладкого дыхания согревает ее шею, небожительница может чувствовать, как мягкие пальцы, манящие, скользят по ее спине. Ночь длинная, так почему бы тебе не поделиться со мной своей бедой? У меня может быть только лекарство. Может быть, у меня есть лекарство? Ты не видела сегодня двух девочек-близняшек? Я нет. Ты единственная в моих глазах. Почему ты такая напряженная? Я не кусаюсь. Ты моя беда. Небесная небожительница вскакивает и направляет пистолет на Риту, одновременно стреляя двумя мятными бумагами в висок Химека и Сиси. Сиси, это демон. Я не остановлюсь, я не стану поздним перекусом. Небожительница, защити меня. Небожительница? Значит, ты та, кого я искала. Эй, небожительница, не попадется на твои дурацкие уловки. Сними с нее... Победи ее сейчас же, тупица. Где же твои манеры? Когда Рита осторожно машет своим развивающимся рукавами, вокруг вырастает огромная волна монстров.
Я хотела только разделить с небожительницей ее великолепный вид на луну. И твоя необоснованная враждебность разбивает мне сердце. Ничего, я найду кого-нибудь вроде тебя. Я желаю вам всего самого наилучшего. Что ж, теперь я должна попрощаться с вами. Можем ли мы встретиться снова? Может, мы встретимся снова? Вау, он огромный. Мы не можем его... Вау, оно огромно. Мы не можем его... Мы не можем здесь пройти просто так. Подождите секунду. Кажется, над урнами есть что-то полезное. Мы должны Ты никуда не уйдешь, демон. Промазал. Промазал, ты промахнулся на милю. Отлично, теперь она уже не... Она уже на ветру. Она лучше, чем я ожидала. Наверное, я недооценила ее. Вы чувствуете особый аромат? Кажется, демона. Может быть, это приведет нас к ней? Бросьте этот странный взгляд на с ваших лиц. Вы не можете усвоить даже дуновение аромата? Вы не можете уловить даже дуновение аромата? Нет, я не могу. Сиси, ты должна идти вперед. Без проблем. Эй, тупица, для чего эта веревка? Почему ты связываешь меня?
Инь тяжелый в воздухе вокруг меня. Вокруг нее. Мы должны быть осторожны. Сиси, мы будем прямо за тобой. Ладно, наверное. Странно, что демон напал на тебя, а не на меня. Может, ты самая вкусная? Следи за своими шагами, Сиси. Так, темно. Ах, что меня только что сбило с толку. О, это дурацкий зонт. На рукояти что-то написано. GS. На рукояти что-то написано. SZ. Может быть, дядя серого змея? И повсюду разбросаны десятки топориков. Это должен быть призрачный холм. Раньше было кладбищем для безымянных. В последнее время здесь пропало много лесников. Люди говорят, что демон прячется здесь, притворяясь потерянной и беспомощной девушкой, и ожидая, когда лесорубы пройдут мимо. Что-то не так. Ты что-то нашла, тупица? Лесники приходят стаями, кучами. И это место плоское и открытое. Демон предупредил бы остальных, если бы заколдовал одного из них. Но как вы объясните топорики? А зонтик? Дядя Серый Змей брал его с собой везде, даже в туалет. Вот где это не имеет смысла. Ах, такая головоломка. Эй, кажется, я вижу что-то мерцающее впереди. Смотри, светлячки, тупица. Мы можем собрать их, чтобы осветить наш путь. Не так быстро, Сиси. Это очень поздно. Книга Фукси подбежала вплотную, но в воздухе ничего нет, кроме двух мигающих пятен. А? Почему я не могу достать этих светлячков? Книга Фукси потерла глаза и снова посмотрела. На этот раз она нашла их в окружении тысячи таких пятен, сопровождаемых вздохами и рычанием.
Привидение. Нет, нет, это монстры. Уф, почему монстры здесь такие чудовищно большие? Я странствовал по многим землям, но никогда не видел таких огромных монстров. Призрачный холм – это место, где собирается и обитает инь, особенно ночью. И здесь наше дыхание для них как маяк. Я знаю, но все же это не объясняет, почему они были такими и нечестиво большими. Может быть, они просто устроили пир? О нет, небожительница, от тебя у меня мурашки по коже, и они продолжают идти к нам. Они пришли в большом количестве и действуют согласованно для достижения своей цели. У меня дежавю. Да, это было практически то же самое, когда ты сражалась с Бенни белым драконом. Может быть,
Они все еще затаили обиду и пришли сюда, чтобы свести счеты? Не совсем. Тогда почему в мире? Эй, рыжая, ты все это время пялилась на свое оружие? Придумал какую-нибудь подсказку? Я только что нашла кое-что действительно замечательное. Вы не лгали о его пользе для здоровья. Я думаю, что этот ребенок успокоился и Я думаю, что эта детка успокоила и разгладила мою кожу. Еще бы, этот артефакт-хранитель. И он был выкован из широко популярного кристалла, знаете ли? И? А, теперь я чувствую запах ароматного демона. Сюда. Спешите, пока аромат еще не держится.